это будут развивать и электротранспорт. Мы тоже видим направление и все необходимые меры стимулирования на нашем уровне, на уровне правительства приняты. Электроотопление жилых домов, строительство электрокотельных. Это брызгальное бассейн. Охлаждение систем безопасности каждого канала обеспечивается за счет вот работы брызгальных бассейнов. Градирный, турбинный цех, это охлаждает турбину, турбогенератор. Все, специально разведено. Это специально разведено. Логическое охлаждение, охлаждение безопасности. Два контура здесь. Сейчас мы непосредственно подъезжаем к зданию реактора. Это самое высокое здание в ядерном острове. 72 метра. Вот вверху выступ, который есть, это как раз байки пассивной системы отвода тепла. То есть это пассивная система, не требующая ни работы персонала, ни работы электропитания. Подошли непосредственно к транспортной эстакаде. Вот здесь непосредственно уже загружается топливо, поднимается для доставки в корпус реактора. Поэтому здесь это основа, здесь находится реактор, здесь осуществляется производство именно тепловой энергии посредством деления ядерного топлива. Это турбина? Да, это турбина. Вот это мы сейчас проходим вдоль турбинного цеха вокзала. Разрешите увеличить электрическую нагрузку энергоблока с текущего значения 370 мегаватт до 400 мегаватт. Ну конечно. Сколько ждали этого момента? Увеличивай. Начальник смены блока, команда. Увеличить нагрузку до 400 мегаватт электрических. Что значит увеличить мощность? Что мы делаем при этом? Пара больше подаем на турбину? Совершенно верно. Мы увеличиваем нагрузку, в первую очередь, реактора. И таким образом производим больше пара, подаем ее на турбину, и дальше идет, значит, генерируется электроэнергия. И здесь работает взаимосвязь между основными регуляторами энергоблока. Это автоматический регулятор мощности реактора с электрической системой регулирования турбины. Все это в автоматическом режиме, за датчиками мощности. Уважаемые, можем аплодировать. Спасибо, ребята. Дай Бог вам счастья, чтобы у вас никогда не болела голова, а через вас у меня, по поводу этой стройки. Ребят, спасибо вам. Спасибо большое.